Поздним вечером, лежа в кровати накануне своего дня рождения, я не могла уснуть, думая над тем, как же проведу свой наступающий день рождения. Мне хотелось провести его не банально и, главное, с пользой. Так, неподвижно в поиске идеи, я провела всю ночь. Как вдруг, ранним утром на меня внезапно сошло озарение. Я вскочила, уткнувшись взглядом в календарь с фактической датой 10 июля и обведенной датой 15 июля с подписью «Мой Дере». Я подбежала к рабочему месту, заваленному стопкой изрисованной бумаги, открыла ноутбук и приступила к написанию публикации приглашения. 15 июля у меня день рождения. И я решила встретить его как никогда. Устроить вечеринку в стиле оригами. Итак. Если вы хотите поздравить меня с днем рождения, вы можете сделать любое пожертвование в пользу фонда «Детские сердца». То есть все собранные средства пойдут на кардиооперации детям, подопечным фонда. Для каждого человека, присоединившегося к сбору, я сделаю фигурку из оригами и размещу на виртуальной стене в честь моего дня рождения. А оригинал отправлю каждому лично вместе с волонтером фонда «Детские сердца». Чтобы никому не было обидно, по умолчанию я буду складывать фигурки всех гостей в виде журавликов. Но если вы хотите персональную фигурку, просто укажите это в комментарии к вашему пожертвованию. Людей, существующих персонажей, выбирать нельзя, увы. После дня рождения я опубликую получившуюся вечеринку, а до дня рождения буду периодически выкладывать созданные фигурки моих гостей у себя в блоге. Свыше 500 гостей приняли участие в тематическом пожертвовании, благодаря которым были спасены 5 детских жизней. Делюсь с вами чудесными откликами моих гостей.